24 декабря в актовом зале Дома детского творчества прошло новогоднее мероприятие «Новый год без хлопот», где организаторы подготовили театрализованное представление со сказочными персонажами. Украсили мероприятие музыкальные номера воспитанников Дома детского творчества. Песенка «Гномика» в исполнении девочек из объединения «Радуга звуков». Музыкальный номер от воспитанников объединения «Солнышко». Танцевальные флешмобы от сказочных героев «Замела метелица» в исполнении воспитанницы объединения «Чирак». Танец кукол Барби в исполнении девочек из объединения «Грация», а также многие другие яркие номера. Кроме того, творческое объединение «Стиль» презентовало изделия из газет. Завершилось мероприятие новогодней песни от воспитанников ДДТ города Каспийска.